Итоги работы за год, достижения, проблемы, перспективы развития. В Черкесске состоялся ежегодный отчетный сбор атамана Баталпашинского казачьего общества Валерия Дедука. Подробности у Али Баташева. Торжественный внос знамени казачьего войска. Молитва перед началом сбора. Казаки сохраняют верность традициям, переданным предками. Залог успешного развития взаимодействия с органами власти, религиозными и общественными организациями. В начале этого года главой региона был подписан указ о реализации в республике стратегии государственной политики в отношении российского казачества. Завершается формирование региональной нормативной базы, которая позволит казакам нести государственную службу и обеспечить формирование эффективного механизма взаимодействия казачьих обществ с органами государственной власти и местного самоуправления. Руководством республики поддерживаются инициативы казаков, направленные в том числе на сохранение мира и межнационального согласия, стабильности общественно-политической обстановки в регионе. Об итогах работы за год рассказал атаман Баталпашинского казачьего общества Валерий Дедук. 144 казака из Карачаева-Черкесии – участники СВО. Шестеро добровольцев удостоены государственных наград. Некоторые посмертно. Память погибших в спецоперации почтили минутой молчания. Докладчик рассказал о проводимых в течение года мероприятиях – воспитании и образовании казачьей молодежи. Правительство Карачаева-Черкесии тоже сделало очень много для того, чтобы наши казачата учились, как минимум. У нас в году обеспечено финансирование на 12 учебных мест в Южно-Российском лицее казачества и народов Кавказа. В течение года с казачьей молодежью школьного до допризывного возраста проводятся мероприятия по военно-патриотическому воспитанию. Атаман призвал казаков больше уделять внимание своей духовной жизни, привлечению молодежи в казачье общество, создавать каналы в соцсетях. Он выразил благодарность казакам, которые защищают интересы Отечества на Донбассе, помогают фронту, трудятся во благо развития Родины и своего народа. Я хочу выразить в первую очередь благодарность руководству республики за то признание важности и нужности казачества на территории Карачаева-Черкесии, за признание казачества частью социума Карачаева-Черкесской республики, за те шаги, за те действия, за те намерения, которые делаются властью в отношении казачества. Только единство и сплоченность в нашем обществе не позволят никогда сломать нас, раздробить и победить нашу великую страну. По итогам сбора работа атамана Баталпашинского казачьего общества Валерия Дедук была признана удовлетворительной. Али Баташев, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.